Министерство образования и науки запросило дополнительные 111 миллионов евро из бюджета 2015 года на 35 новых инициатив. В частности, планируется повысить минимальную ставку учителям на 10%. Причем идет речь о ежегодном росте заработной платы. В этом году на реализацию этого предложения понадобится 36 миллионов евро. Кроме того, в планы министерства входит создание новой модели высшего образования, на что потребуется еще более 20 миллионов, а на увеличение финансирование научных учреждений – 10 миллионов евро. Специалисты МОН также собираются улучшить в школах изучение математики и естественных наук, ввести третий урок спорта, повысить доступность профессионального образования и поддержать изучение латышского языка.